сейчас скажу пару слов о том, вообще нужно ли добиваться девушки, да? То есть девушкам видно, выгодно, чтобы их добивались. Им выгодно это. Потому что, ну, конечно, если их будут добиваться, да, то есть за ними бегает вот несколько человек. То есть раз, два, три, десять там, и ее добиваются. Может быть, там она одна кого-то себе, какого-то одного и выберет, да? Из них девять остальных идут сразу, не понять куда. По сути, тут как все идет, как надо делать, никого не надо добиваться. То есть ты как делаешь? Просто смотришь на признаки заинтересованности от девушки. Если они есть, хорошо, ты делаешь какие-то шаги. Если их нет, ты показал ей свой интерес, ты показал, что она тебе понравилась. Ты сделал какой-то первый шаг, видишь, что нет, видишь, что от нее нет никакого интереса, все. Ты идешь дальше заниматься своими делами. То есть ты не продолжаешь там по полгода ей написывать, названивать, задаривать какими-то подарками. Я только что вышел, только что разговаривал с одной девчонкой. Она говорит, нет, почему это добиваться не надо? Надо, чтобы... Ну, то есть стандартная их логика. Конечно, им надо. Конечно, им охрененно, когда им их все добиваются. Ну, чё смеяться? Конечно, им выгодно, чтобы перед ней выстроилась толпа дебилов, которые будут там ей дарить подарки, ей повышать самооценку там. И всячески доказывать, насколько она офигенная. Она, конечно, будет с этого кайфовать. Конечно, все будет офигенно для нее. Но такого быть не должно, такого быть не может. Так делают только дебилы. Реально, те, которые ни хрена не уважают себя. То есть, которые согласны за какую-то одну цепляться. То есть, никогда не надо цепляться за одну. Женщин много, ты один. То есть, величайшее изобилие. И поэтому не хочет это, идешь к другой. То есть ты никогда не цепляешься, никогда не ставишь там ее на какой-то пьедестал и не показываешь, что она какой-то там для тебя, я не знаю, какая-то великая ценность там и так далее. Ты не зацикливаешься на одной. Их много. И если она тебе отмораживается от тебя, ты заканчиваешь с этим. Ты, как я сказал, идешь заниматься дальше своими делами. Они, конечно, будут пропагандировать вот такой способ, чтобы ты их добивался, чтобы ты за ними бегал, чтобы как можно больше таких людей было, таких там тряпок, таких неудачников, ничтожных, которые себя не уважают. Ну, конечно, им это выгодно, но... Ты не позволяй себе такого никогда. Не хочешь, ту бери вот эту. Когда у тебя их уже было достаточно, когда ты понимаешь о том, что, ну, ценность каждой, она падает. То есть в каждой отдельной нет ничего необычного. Ты должен понять, что, по сути... Они все одинаковые, ну, можно сказать. Конечно, внешность разная и так далее. Там какие-то черты характера разные. Но в целом они одинаковые, и их много. И поэтому зацикливаться на одной — это быть, ну, дауном. Вот так вот. То есть ты либо понравился девушке сразу, либо не понравился. Если ты ей понравился... Тогда она тебе покажет об этом. Она тебе это покажет. То есть, когда ты нравишься девушке, она не будет там из себя там носом крутить, что вот там делай то, делай это, ты должен меня добиваться. Да, она сама будет бегать за тобой. Если не бегать, то она тебе довольно четко и отчетливо покажет, что ты ей симпатичен. То есть в ответ на твои шаги она будет делать свои шаги. То есть все равнозначно. Ценность девушки не выше твоей ценности. И поэтому никогда не стоит добиваться какой-то отдельно взятой девушки, когда у вас еще ничего не было. Я этого вообще никогда не понимал. Как это вообще может быть, что
вы там даже с ней не встречались, у вас даже не было там секса, вы ничего не было. А ты уже набиваешься к ней, уже ты зацепился за нее, за одну, за конкретно взятую, и не можешь ее отпустить. Ну, это что такое? И ты всячески повышаешь ее ценность в своих глазах. То есть она как, ну, получается, как товар. И она свои активы завышает, а ты свои занижаешь с каждым разом вот так. Написал раз, написал два. Не хочет, все, пусть катится. Только так. То есть, еще раз повторяю, девушка всегда покажет свою симпатию в ответ на твои шаги. Она всегда покажет, что ты ей интересен. Если этого нету, смело иди дальше. Забудь о ней, и, может быть, она еще сама напишет, скажет, он что-то не как все, что-то он не бегает, не добивается меня. Может быть, он реально какой-то, ну, нормальный мужчина настоящий, да? Поэтому вот только так, только такие вот мысли у меня по этому поводу. Никогда не добивайся никакой девушки. Ты можешь там, единственно допускаю вариант, когда у девушки никого никогда не было, да? И тогда ты еще можешь там что-то делать для того, чтобы там показать свою заинтересованность. И то в разумных пределах. Удачи!